А ты помещаешься? Стоп! Так. Я так понимаю, нет. У меня реально проблемы с... Как тяжело быть эндер-драконом, постоянно приходят какие-то игроки, убивают тебя. Блин, а реально, а что мне делать-то? Что мне делать? Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и добро пожаловать в прохождение Майнкрафта, но максимально необычное, потому что в этом максимально необычном прохождении нам поможет стойка для брони. Здравствуйте. What's up, boys and girls? Да, это я, стойка GK. Привет, Флэк GK. Короче, сегодня тема такая. Какая? За каждый новый уровень мы будем превращаться в рандомного монстра. Всё как видишь, правильно. Я был стоечкой. Вот, да, монстр прямо перед нами. Итак, нулевой уровень у меня, у Флэк GK нулевой уровень, рядом деревня, я видел только что коров, вон они пасутся. Да, сразу дерево. Иди давай в деревню, метись там пока. Не-не-не, там я не видел дерева. Давай добудем. И там по-любому будет железный голем, на нем-то мы и нафармим наш первый уровень. И так уж получается то, что за каждый новый уровень мы будем рандомно превращаться в каждого моба. То есть нам, например, может попасться, что там, лиса, например, рыба. Что прям самое такое бесполезное? Самое бесполезное? Вон, бежит один такой монстрюга. Самый бесполезный. Хорошо, сейчас вместо железного голема будем дубасить другого дурачка в очках. А, другого дурачка в зеркало посмотрит. В очках, в очках. А ты что, ты не в очках? А ты что? Короче, ладно, давай быстро сделаем каменные инструменты. А, насчет камня. Где камень? Вот стоит. А, тихо. Ролик снимает. О, вот здесь, под песчаником, иди сюда. Да. По-любому найдем камешка. Шахту прокапывает. Подожди, а тут не было вот это вот данжен? Данжен? Данжен мастер. Данжен мастер. Не было. Не было. Подожди, в смысле, реально данж есть? Есть, конечно. Ты про пирамиду? Да. Да ну, давай тогда иди туда, я сейчас попробую добыть немного еды и убью голема. Подожди, Джонни, это один из них ты? Чего? Ты когда-нибудь видел, чтобы в деревне заспавнилось два голема? Я первый раз такое просто вижу. Чего? Ну, слушай, было дело. Один из них это я. Такой широкий такой. Не, ну тогда вместе со мной тут три голема, понимаешь? Но тут реально два. Я без шуток. Подожди. Можешь, пожалуйста, прописать команду сид? Команда сид? А что там такое? Покажи зрителям просто. Что? Три алмаза. Да ну. Не, ну да, обязательно. В такие моменты лучше сид прописывать, чтобы люди верили, что у нас все как бы честь. Я заберу, это. И, наконец-то, пора уже накопить первый уровень, а то что-то мы потянем. Ну, слушай, я майн уже прошел, в принципе. Ну да, я понял. Ты алмазную кирку сделаешь? Топор. Чего? Делай кирку! Кстати, зачем? У меня 51... Кирку по-любому делай, ты что делаешь? Посмотри, что у меня еще есть. Чего? Что, блин? Ребят, если что, вот координаты. Сами смотрите, сами находите. Это прям честное-честное слово. Чем отличается... Короче, у меня анекдот есть. Так. Чем отличается сбитый негр от сбитой собаки? Осуждаю. Перед собакой есть тормозной след. Господи, нет. Ладно, это плохо, все. Я сам осуждаю. Так, ты сделал алмазную кирку? Я не сделал, у меня нету доступа. А, я тебя понял, вот тебе палочки. Да, палочки. И железо, верни. Железо, вот, держи железо. Поехали! Сколько ударов надо? 3, 4, 5, 6, 7. Запоминайте. И у меня 4 железа, найс. Могу сделать себе ботиночки, но делать я это, понятное дело, не буду. Ты сделал алмазный топор, реально! Ты сделал гребаный алмазный топор, ты что наделал? Я наделал урон. Ну зачем? Надо было алмазную кирку бахнуть, это ж такой зачем? Шанс. О, господи, с кем я играю? У любого топора одинаковый урон, только скорость атаки меняется, гений. Ну я знаю, поэтому я сделал алмазный топор. Окей, сколько тебе до первого уровня? Слушай, один скелет. Один скелет? Один скелет, нормальные подсчеты. Слушай, я тогда убиваю вот этого голема и, наверное, тоже становлюсь первого уровня. А что? Так, кем ты стал? Кем ты стал? Скажи, что это что-то нормальное, пожалуйста. Ну вот просто не поверишь. Вот как могло так совпасть? Что? Нет! Я... Короче, я был снеговиком, ясно. Я просто в пустыне умер. Я в эндермита превратился! Да ну! Подожди, я иду на спан, просто посмотри, кто я. Здравствуй! Реально, стойка GK. Привет! Блин, ну я эндермиту... У меня способность есть, я могу телепортироваться в рандомную точку. Стой! Что? Только не говори, что ты какой-нибудь эндер-дракон или что-то подобное.
Чё? Здорово! То есть ты теперь летать можешь? Слушай, это круто! Давай осмотри, где лава есть. Вообще нельзя. Пожалуйста, осмотри, где лава. Я в корову превратился. И теперь, короче, я могу пить молоко бесконечно, чувак. То есть на меня всякие эффекты больше не действуют плохие. Я на самом деле очень жестко летаю, прям очень быстро. Я тоже хочу кому-нибудь летающего. Чё? Чувак, я брутальный пиглин, у меня же урона дофига теперь. Ну-ка, с одного удара скелета. Короче, твоя задача как летающий попугайчик, попугай GK, найди лаву, и мы воспользуемся ветром. Я этим занимаюсь. Красавчик. А я пойду... Серьезно так быстро? Говори координаты. Минус 530, минус 1014. Чего? Ни хрена себе ты ушел, дружище! А, я тебя вижу, маленький попугайчик! Смотри, кто идет, кто такой вот это этот я. Пиглин? Слушай, ладно, мне что-то надоело пиглином быть, убью я вот эту овечку и посмотрим, что дадут за третий уровень! Так, я сказал, за третий уровень? Да ё-моё! Стой, пиглин, пиглин, охладись немного. Смешно, да? Ты аж хрюкнул. Ой! Опа. Да нет, опять эндермит, серьезно, какой эндермит? Нет! Тебе очень сильно повезло, на самом деле, дважды эндермита. Ну, а теперь, конечно же, эндермит, который не может летать, строит самое сложное. Хотя попугаю-то куда легче. Вот так вот, а. Господи, вот так вот близко это все странно выглядит. Забираем. Ни хрена себе эндермит-спидранер. Вау! Впервые вижу такое в Майнкрафте. Ну, я, в принципе, готов. Зажигай. А есть зажигалка? Есть железо, а гравий... Блин, был гравий, кстати, но я его не подобрал даже. Сейчас у меня есть очень жесткая идея. Я делаю прорисовку на максимум, и мы ищем портал. А! Я вторую деревню нашел. Еще один храм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 6 железа, золотое яблоко. Вообще жестко. Слушай, я тоже сейчас прилечу. А, ты должен попугай? Ну, да, слушай. Стоп. Это дракон? Да, я попугай. А, визор? Здорово! Здорово! Ну-ка, стрельни! Давай! Напугай жителей! Получай! Блин, а перезарядка такая долгая. Ну ладно, попробуем убить. Да господи, сколько тебе ударов-то! А-а-а! Надо нанести! Ну я попугай, у меня 3 хп, я точно не буду рисковать. Да нет, он же на меня загрин! Бей, пожалуйста, попугайчик, помогите! Так, сюда, ага. Ой, ну видишь, и что это? Один удар, и меня нет. А, ну все, не уходи. Ай, развели просто мамонта. 9 железных слитков. Слушай, это прекрасно. Первая хорошая новость. Портал зажегся, даже без зажигалки. И вторая хорошая новость, которую обнаружил Джонни. Вы посмотрите! Это башня разбойников. Там же по-любому будет куча стрел и арбалеты. Очень много. Да, это нам нужно для убийства дракона. Давай. О, ты посмотри. Мы можем даже рейд устроить, потому что у этого чувака флаг. Ну-ка, иди сюда. Опа, полетели, хорошо. Блин, на самом деле, бить их в виде визора так неудобно, это просто жесть какая. А! Больно, тихо. Так же тут один сундук только? А стрел, получается, не заспавнилось. Фигово. У меня есть одна стрела, но проблема заключается в другом. Нам нельзя прокачиваться. Кстати! Не, ну я все равно убью вот этого разбойника, мне очень хочется. Все, найс. У меня почти 5 уровень, но я получил дурное знамение. Устраиваем. Я даже не знаю. Нет, я не хочу. Но давай устроим его чуть-чуть позже. Ладно, заходим. Курлык-мурлык. А ты помещаешься? Стоп. Так. Я так понимаю, нет. У меня реально проблемисы. Придется меняться. Ну, у меня тут как раз до 5 уровня чуть-чуть осталось, поэтому привет, овечка. Смотри, эндермит там сейчас будешь. Ведьма. Слушай, ведьма, а что он умеет? О, она кидает зелье, реально? Вот, справа снизу перезарядка. Ладно, надеюсь, там рандомные зелья. И я надеюсь, то, что там я буду кидать какое-нибудь зелье вреда. Эй, привет! Че, ты уже улетел? Ну, я проверяю, знаешь, на самом деле. Может быть, рядом где-то есть. Вот, за попугая очень легко смотреть. Ну да, логично. Я сейчас попробую кого-то с полетом нафармить, конечно. Эй, привет! Стоп, чё? Чё? Слушай, а за ведьму играть-то неплохо. Ее не бьют, прикинь, она типа монстр. Это фигово. Ну, сейчас я 6 уровень, и давай кто-нибудь летающий. Чего? Кто ты? Етить, колотить, ты бы видел. Кто ты? Что ты за чудище? Ты страйдер? Да, я страйдер, я попугай, я попугай-страйдер. А-а-а, ни хрена себе. Тогда повторяй за мной. Я лох. Не понял. Ну-ка. Е-мой, вы смотрите, что я могу делать. Ну-ка еще раз. Ну-ка давай. Ебать, это имба, это просто имба. В смысле, попугай? Дракон? Вы чё, охуенно там, блядь, ну, здорово.
Чё, как поживаешь, мальчик? На опыт. Ну ладно, короче, тут вроде более-менее свободно, главное в лаву не попадать. Ты ничего не нашел, да? Nope. Тогда ищем вместе. Нам нужен либо бастион, либо фортресс. Опля, слушай, а может быть даже не то и не другое. Я нашел лес эндерменов, можно пофармить. Блин, а мне по-любому надо стать другого уровня, потому что я не могу никого бить, понимаешь, у меня беда. Эндердраконом быть не круто, оказывается. Ой, вот мне бы твои проблемы, знаешь, ой, как тяжело быть эндердраконом, постоянно приходят какие-то игроки, убивают тебя. Блин, а реально, а что мне делать-то? Что мне делать? О, я придумал, как нафармить опыта, гад ты. Смотри. Чертоги страха, ты нашел фортресс? И знаешь где? В лесу где? Эндерменов. А, крутяк. Так, а дайте мне немножко опыта. Блин, а как мне нафармить? Да. Это неплохо. Сука, как? Как самая такая тупая ачивка может заруинить всю игру? Я стал эндердраконом. Чего? И умер в блоках. Опа! Я лавомеркой стал, чувак! Ну, удачи прогуляться. А я сейчас попробую, реально. Подожди, магма меня будет бить, интересно? Нет! Нет, прикинь, я могу по лаве ходить, причем очень быстро! Это то, что надо! Слушай, я останусь за страйдера, я останусь, это круто. Охренеть! Свой желуд нашел! Красавчик! Прикинь, просто! Просто лучше! Стоп! Стоп! У меня тоже крутые новости! Что? Просто, ну угадай, что я нашел. Ну просто, ну угадай. Бастион? Да, бастион. Огромный такой, красивый. Слушай, реально за лавомерку, которая вот так трясется, это прям вообще офигенно. Я черт! Чего? Я маленький чертик! Чего? А, вредитель! А, нет, как его? Вредина, точно. О, черт, короче. Окей, ладно. Страйдер — это лучшее, что придумало человечество. Я могу просто вот так передвигаться. А-ха-ха, какой же кайф! А у меня, кстати, хорошие новости. А у меня очень хорошие новости. Ну-ка. Как минимум 3 эндерперла я точно нафармил. Ну-ка. И 6 штуковин! Боже, кайф! Я пойду эндерперла фармить. Эндерпернул? Да, эндерпернул. Кстати, вот и пернул. Нафармил? Нет. Просто пернул. Почему слепой негр не умеет читать? Да, сука, осуждаю. Не-не-не, ты точно услышал? Почему слепой негр не умеет читать? Слепой. Ну. Потому что он негр. Я не могу, сейчас сдохну. У меня в затылке ствол и твич такой стоит. Давай, посмейся. Так, золото у меня закончилось, поэтому мы с Флагджикеем встретились, а вот, собственно, и Флагджикей помукай. Ты бы видел свою походку, му? Ну, слушай, я видел свою походку, а? Не, у тебя борзая такая походка. А! Беда, плохой день, все, бей его. У, блин. Давай двоих посадим. Давай. Первый, второй. Прикольно. Хоп. Так, сколько пятый? У тебя? Сколько? Шестой, подожди, у нас уже 14. Ну давай чисто всё. На всякий случай еще один, да, будем, ну так, на всякий. Интуиция подсказывает надо. Подожди, мне чуть-чуть опыта нужно. Я буду кем-то классным. Надеюсь, не эндердраконом, потому что мы уже поняли, не совсем подходит. Так, вот, идет эндердракон. Ой, в смысле эндермен. Пошла застройщика. Рубьют. Давай, все, забирай опыт. Второй сел. О, ведьма, слушай, это кинь зелье в него. А, блин. А, у тебя собой, а, Конечно, я же торговал. Трейдер, да. У-у-у, сразу уходим отсюда. Сколько у тебя палочек? 7. Так, а эндерперлов у нас 15. Смотри, кто-то построил фак прямо, смотри, вот так прямо показывает. Реально, кстати. Чего? Деревня. Это самый майнкрафтский фак, который я мог увидеть реально из генерации. И это третья деревня, которая нам встречается. Пи-пи. О, ну ты хотел тогда сделать. Слушай, я что-то забыл, что у нас дурное знамение. А, блин, они сейчас придут, они уже идут. Да пофиг, мы же... Хватит хихикать. Мы же необычные, может. Ведьма Джикей. Блин, это было очень натурально, чувак. Это были реально две ведьмы. О, я в сполох! И это последняя, третья волна.
Так, да, да, Блейз. Слушай, я же, получается, подожгу его сейчас. Он у меня очень жестко пинает, я гребаная маленькая. Все, все, пошел процесс, пошел процесс. Давай, давай. Я реально в рейде до последней волны, по-моему, не доходил никогда. И теперь мы герой деревни? Вот сейчас. Вот, по-моему, сейчас. Да, все, рейд закончен. Что? Я пчела, как повезло то, что мы два летающих. И, блин, нам сейчас искать легко будет вообще. Летит прям вниз, да? Ну прям, да, вниз. И покопали! Давай, давай, работай, работай, работай! Это самый, самый грозный взгляд попугая, который я видел. Да не, вниз не коп... Ладно. Молчу, молчу. Всегда после такой фразы я обожаю, что что-то классно случается и сразу. Все, все, все. Не, ну смотри, если чешуйницы были с той стороны, если мы их слышали там, то значит они там. Ты где ходишь? Нашел, да. Да. Я уже по вот этому голосу понимаю, что ты хочешь выпендриться передо мной. Точка возрождения установлена. Интересно, как спит вредина? Нормально спит, кстати. Причем так нормально, я тебе реально говорю, что она прям спит. А правда спит? Кто это спит? Так, все, ставим око Эндера. Раз, два, три, четыре. Че за... Я сказал... Воу, залагало. Остается всего 4 штуки. На моей кровати не спать, ставь свою. Конечно. Ты, видимо, без движения не можешь в этой жизни. Что тебе нужно было? Око Эндера, алло! Вот это? И верстак создай. Что ты делаешь, псих? Ты что делаешь? Это последнее. Не вынуждай меня. Ну, пожалуйста, не делай этого. Не вынуждай меня. Ну, пожалуйста. Все. Нет, не делай. Да пожалуйста. Ты, а? Ты реально это сделал? Спидран по дракону, поехали. Ладно, я себе верстак все-таки бахну. И че мы там? А, блин, у меня же палочек нет, я хотел себе сделать этот. Как ты взорвался, гений? Я за километр выстрелил, меня взорвало просто. А, я понял. 4 кристалла, 5 кристаллов. И остаются только за решетками. Мне хочется, знаешь, на что посмотреть, когда опыт летит и как быстро мы будем превращаться во всех монстров. Да, кстати, реально. Мы сейчас вообще просто поменяем кучу-кучу личностей. А теперь я, теперь ты. Блин! Нет, только не классика. Блин, я страйдер. Сука, нет. Да, ачивка, как обычно, по классике мне. Ну что, попробуем? Давай, слушай, телепортируйся ко мне, давай, телепортируйся. После прохождения уже можно. Я даю тебе весь этот опыт. Ну-ка, посмотрим со стороны, просто со стороны, поехали. Я не знаю. Я все и вся одновременно. Умер. Вот такое офигенное веселое прохождение у нас получилось, ребята. Если вам понравилось, то надеемся, что вы подписались на канал. Сделайте это прямо сейчас. Это всего лишь одна кнопочка, пожалуйста. Давайте попробуем набрать 50 тысяч лайков на этой рубрике. Да, такая рубрика реально набирает не так уж и много, но 50 тысяч вы можете набрать. Вы же можете, да? Еще раз подписывайтесь. Дальше больше, дальше эксклюзивнее. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол Ложка и Флаг GK. Всем удачи, всем пока. 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 Пока!